Инвалидам и мамам с колясками готовы помочь вручную. В здании администрации Московского района обнаружен пандус, ведущий в никуда. Расположен он в южном крыле постройки. Сюда приходят жители, чтобы посетить почту, суд и районную прокуратуру. Но попасть внутрь человеку на инвалидной коляске без посторонней помощи пока невозможно. Ведь пандус ведет к настоящей полосе препятствий в виде массивных дверей и крутой лестницы. Сейчас этот пандус, в принципе, существует для того, чтобы инвалид мог добраться до кнопки звонка, которая расположена на двери, чтобы позвонить. Там выйдет охранник и организует, в принципе, работу персонала. Всегда готовы спуститься специалисты, и специалисты из прокуратуры, и сотрудники суда, чтобы обеспечить какие-то интересы. Если что, поднимаем на руках. По старинке, в общем-то, уже не первое десятилетие. То, что не предусмотрели советские строители в прошлом, исправят их коллеги в 2016-м. В администрации уже согласован рабочий проект по созданию на лестнице специальной наклонной платформы. С ее помощью подняться наверх смогут не только инвалиды, но и мамы с колясками. Конструкция появится в здании администрации до конца этого года. В планах на будущее также расширение дверных проемов и создание туалетов для маломобильных групп населения.